Полицейские Германии задержали 673 человека. Все они оказались разыскиваемыми преступниками. Это удалось благодаря дополнительным проверкам на границе. Усиление погранконтроля ввели около месяца назад в связи с проведением саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. При этом в полиции подчеркнули, что арестованные совершали преступления, не связанные с проведением встречи G20. Напомню, саммит прошел на фоне массовых протестов и беспорядков. За неделю за хулиганство были задержаны порядка 300 активистов.